Паштовае аддзяленне, якое працуе без перапынкаў і выхадных у круглосутачным рэжыме, да яшчэ і бясплатна, дзякуючы інфармацыйным тэхналогіям, і гэта стало магчымым. Аб новым спосабе атрымання міжнародных паштовых адпраўленняў раскажуць мае калегі. Гомельский филиал Рубилпошта – это 575 отделений у паштовой сувязи. Усе обсталяваные компьютерными системами и объяднаны у одину информационно-технологичную сетку, якая дозволяет передавать дадзены у электронном выгляде максимально хутка. Отправить по поште лист зараз можно у любую кропку планеты. У среднем что день на Гомельщине доставляется амаль 130 тысяч газет, опрацовывается амаль 50 тысяч листов и 1000 посылок. Ежедневно в отделении связи поступает почтовое отправление, которое мы обрабатываем и выписываются извещения, потом которые в дальнейшем передаются почтальонам для доставки клиентам. На следующие клиенты приходят к нам в отделение с этими извещениями, мы выдаем по этим извещениям почтовое отправление. Это классический способ отримания посылок. До недавнего часу он был одним. Але, дякуючи сучасным технологиям, появилась альтернатива. По аналогии с крамами самообслуговывания, у областным центру створена автоматизованная поштовая станция для самостоятельного отримания посылок. У яе нема обеду и выходных. Яна працую бесплатно и круглосуточно. У вечера и у ночи включается светло-диодная подсветка. Станция отримала прописку по адресу улицы Курчатова, 2. С выгляду это камеры заховывания с инфокиоском. И по сутности, амаль так и есть. Крыстаться паштаматом так же просто, как и банкоматом. Каб атрымаць за его допомогой международное паштовое отправление, треба зарегистрироваться на сайте Билпошты и перенакировать посылку на паштамат. Калі ж яна туды поступит, человек доведается за СМС. Вообще срок хранения почтовых отправлений в паштамате – это 3 дня. После истечения срока хранения получателю будет направлено СМС о том, что почтовое отправление, его срок хранения истек. Почтовое отправление будет направлено в отделение связи, зоны обслуживания получателя. Граничные памеры посылки наступные. Ширыня 40 сантиметров, вышиня 39, а глубиня полметра. Максимальная вага 10 килограммов. При налічэнні мытных пошлин, на так само наявности сум накладенного платежу, на экране з'явится необходимая сумма. Оплатить ее можно на месте банковской карткой. Перевага паштамата еще и у тем, что не треба брать с собой пашпорт. И коли не отрымливается забрать посылку особисто, можно попросить зарабить это какой-нибудь родных. Однако перед початком корыстания послухай все же доведется один раз пройти идентификацию с пашпортом у любым отделении сувязи. Детали можно удокладнить по номеру 154 або прочитать на сайте. Коли новинка станет популярной у гамельчан, это дозволит разгрузить паштовые отделения. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель».